Сотрудники управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК ПМР выявили неправомерные действия, связанные с таможенным режимом пригнанного транспортного средства. Гражданин Приднестровья пригнал под заказ автомобиль марки BMW стоимостью около 11 тысяч долларов США, поместив его в соответствии с таможенным режимом временный ввоз с обязательством соблюдения условий, предусмотренным таможенным законодательством. Однако, не имея на то оснований, передал управление транспортным средством непосредственному заказчику автомобиля, который впоследствии и был задержан сотрудниками управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Государственного таможенного комитета. Документы на транспортное средство он представить не смог. Кроме того, попытался оказать давление на представителей правоохранительных служб Приднестровья, используя удостоверение Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Российской Федерации. В ходе следствия выяснилось, что предъявленное служебное удостоверение является недействительным. Это подтвердили и российские коллеги. Нарушителю придется заплатить.